Одним из дворов счастливчиков можно назвать территорию возле дома 62А по улице Социалистической. Вот только жители об этом еще не подозревают и в свое счастье особо не верят. Слишком долго они пытались достучаться до властей, собирали комиссии, приглашали глав администрации, чтобы донести до них. Ездить и ходить по такому двору просто невозможно, особенно в межсезонье, когда здесь разливается целое озеро. Путь маленький, дождик, все здесь сразу море образовывается, потому что все сюда стекается. К ремонту здесь еще не приступили, пока идет подготовка. Но по договору компания «Таныб», а именно она будет приводить асфальт в порядок, должна завершить все до 15 июля. Так что приход осени жители могут ждать спокойно. Никаких ям и неровностей на дороге остаться не должно. Как, например, во дворах по Ленина 50 и 52, где ремонт уже провели. Здесь уже залатали ямы, выровняли дорогу, положили новое асфальтовое покрытие, расширили парковки. Вот только всем рассчитывать на ровные дороги во дворах в этом году не приходится. Комиссия выбрала только 9 дворов, где будет проведен ремонт. 6 его уже провели. Осталось 3. По Социалистической 62, 87А и по Нефтяников 25А. На эти цели выделено порядка 10 миллионов рублей. Если же после ремонта этих дворов деньги останутся, то, возможно, повезет еще нескольким. Остальным же остается только ждать своей очереди и продолжать обивать пороги администрации. И, возможно, последующие годы повезет именно им. Наталья Бурова, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».